Алтайские журналисты славятся тем, что не только пишут о спорте, но и активно им занимаются. Акулы-пера, согласно всем трендам, решили покорить и цифровое пространство. Журналисты Алтая провели шоу-матч по Counter-Strike 2. Это компьютерная игра на две команды, в каждой по 5 человек. Противостояли журналистам хоккеисты главной команды края «Динамо Алтай». Оказалось, что спортсмены хорошо обращаются не только с клюшкой, но и с клавиатурой и мышкой. Играем достаточно часто, может, несколько раз в неделю. Играет человек, наверное, 7-10 в команде играет. Ну, могу выделить Никиту Миллера, Никиту Дианова, Егор Бугаев неплохо играет. Ну, я могу поиграть тоже иногда. И Слава Чегошев. Игра журналистов с хоккеистами стала открытием турнира клуба CyberX. Основные матчи по КС были в формате 2 на 2. Подобные соревнования проходят раз в месяц, причем по разным играм. Fortnite, Apex, Миртанков и другим. Принять участие могут все любители компьютерных игр. Подробности можно узнать в группе CyberX Барнаул. Онлайн ты сидишь дома, ты можешь использовать какие-то читы. Конечно, понятно, ты туда устанавливаешь дополнительные античит-программы и так далее. Когда ты в клубе, у тебя первая есть атмосфера, ты сидишь рядом с тиммейтом, не где-то вы далеко. Ну и в целом это такая более дружественная, лояльная атмосфера. Вернемся к матчу журналистов против хоккеистов. Это противостояние оказалось напряженным. Для определения победителя понадобились все три возможные карты. Игра закончилась со счетом 2-1 в пользу работников СМИ. Но точку в этой истории ставить рано. Команды высказали желание еще раз встретиться. Вадим Слюсарев, Сергей Седых. Новости.